Человек-паук, да, он популярный. Он стреляет паутиной прямо из рук. Он спасает город от всяких злодеев. Он всем помогает и не даст в обиду он. Быстрый он, летать умеет. Цеплять он как-то к домам. Самый он популярный в мире. Супергерой, и это факт. Человек-паук, он легенда тут. Он уже известен, давно реально вдруг. Сняли много фильмов, но в комиксах был-то он. Врагов одолеет, ведь всегда выигрывал он бой. Укусил паук, и теперь он тут. Это Человек-паук, он силен и реально крут. Паутина как канат, и летит он мир спасать от злодеев, что думают и победить его. Но всегда злодеев ждет, а реально один же исход. От злодеев, что думают и победить его. Но всегда злодеев ждет, а реально один же исход. Из любой проблемы выход он найдет, потому что сильный и быстрый тоже. Он спасает город от всех злодеев. Он всем помогает и не даст в обиду он. Быстрый он, летать умеет. Цеплять он когда к домам. Человек-паук, он легенда тут. Он уже известен, давно реально вдруг. Сняли много фильмов, но в комиксах был-то он. Врагов одолеет, ведь всегда выигрывал он бой. Это Человек-паук, он силен и реально крут. Паутина как канат, и летит он мир спасать от злодеев, что думают и победить его. Но всегда злодеев ждет, а реально один же исход. От злодеев, что думают и победить его. Но всегда злодеев ждет, а реально один же исход. Он же очень сильный, это монстр непобедимый. Когда злой, боятся все его. Супергерой зеленый большой. Если разозлить, то станет тогда. Брюс Беннер хотел сыворотку создать. Суперсолдат, но пошло что-то не так. И сам-то он стал супермутантом. Халк непобедимый, монстр очень сильный. Он всех побеждает, когда только злится. Все он разрушает на своем пути, ведь он-то очень зол. Но он побеждает. И потом обычный человек, то он Брюс Беннер, ученый и еще мутант. Это самый сильный Халк, крушит под собой асфальт. Он настолько-то силен, разрушает все подряд. Очень сильный, не раз уже я это все сказал. Он полтонны весит, если разозлить это провал. Очень сильный, не раз уже я это все сказал. Он полтонны весит, если разозлить это провал. В космосе был даже настолько силен. Он непобедим и очень сильно зол. Супергерой зеленый большой. Если разозлить, то станет тогда. Брюс Беннер хотел сыворотку создать. Суперсолдат, но пошло что-то не так. Халк непобедимый, монстр очень сильный. Он всех побеждает, когда только злится. Все он разрушает на своем пути, ведь он-то очень зол. Но он побеждает. И потом обычный человек, это он. Самый сильный Халк, крушит под собой асфальт. Он настолько-то силен, разрушает все подряд. Очень сильный, не раз уже я это все сказал. Он полтонны весит, если разозлить это провал. Очень сильный, не раз уже я это все сказал. Он полтонны весит, если разозлить это провал. Людям он же помогает, когда он спасает мир от зла. Экзоскелет есть у него, железный он, и это топ. Есть много денег, смог-то сделать у него. Миллиардер он, да еще и филантроп. Летит быстро он спасать планету. Этот мир спасает, костюм надевает. В нем он очень сильный, почти непобедимый. Плазмой он стреляет, гений и механик он и изобретает.
Новые костюмы будут, а не то бизнес совладелец. Джавирс робот его, он железный человек, супергерой же навек. Вот придумал Тони Старк робота, он же себе из титана и золота он сделал робота. У него же много денег, для него это пустяк. Из титана и золота он сделал робота. У него же много денег, для него это пустяк. Но камни оказались сильнее же его. Надеюсь, он вернется и будет хорошо. Экзоскелет есть у него, железный он, и это топ. Есть много денег, смог-то сделать у него. Миллиардер он, да еще и филантроп. Этот мир спасает, костюм надевает. В нем он очень сильный, почти непобедимый. Плазмой он стреляет, гений и механик он и изобретает. Новые костюмы будут, он железный человек, супергерой же навек. Вот придумал Тони Старк робота, он же себе из титана и золота он сделал робота. У него же много денег, для него это пустяк. Из титана и золота он сделал робота. У него же много денег, для него это пустяк. Наемник опасный, за спиной две катаны, сильный он, боятся все его. Костюм черно-красный, это не напрасно, врагов не боится, и это прекрасно. Пулю он разрезать сможет катаной, он очень сильный, и это все знают. Регенерация, это дар его всегда. Он непобедимый, наемник он шутливый, сражается умело, Уэйд Вильсон его имя. Много разных шуток всегда есть и у него, и он популярен из-за приколов. Это топ, очень меткий он, и в этом он силен. Красно-черный вот костюм, он идет, и это жуть. Он бесстрашный, это факт, идет этот мир спасать. И боятся да все злодеи при виде его, потому что очень смелый, и их не боится он. И боятся да все злодеи при виде его, потому что очень смелый, и их не боится он. Цветом он похож на человека-паука, акробат умелый на стороне добра. Костюм черно-красный, это не напрасно, врагов не боится, и это прекрасно. Пуль он разрезать сможет катаной, он очень сильный, это все знают. Он непобедимый, наемник он шутливый, сражается умело, Уэйд Вильсон его имя. Много разных шуток всегда есть и у него, и он популярен из-за приколов. Это красный, черный вот костюм, он идет, и это жуть. Он бесстрашный, это факт, идет этот мир спасать. И боятся да все злодеи при виде его, потому что очень смелый, и их не боится он. И боятся да все злодеи при виде его, потому что очень смелый, и их не боится он. Самый настоящий, быстрый, он самосводящий. Это Соник, и он же в кино. Бежит быстро, как комета, и в этом весь он. Летит этот меч писать, и бороться он с злом. Их было трое. Knuckles, Sonic, Tails. Как тебе такой же Eggman? Есть сила? Его одолеть же сильно? Мир-то он спасает. Он не проиграет, потому что быстрый, и он это знает. Соник летает, врагов догоняет. Соник не убегает, Соник выбегает. Тренды попадает, в реки залетает. Соник он непобедим, он всегда номер один. Он для всех людей герой, и он борется со злом. Его скорость это дар его, и с ним-то он крутой. Его никто не догонит, а ведь он еще малой. Его скорость это дар его, и с ним-то он крутой. Его никто не догонит, а ведь он еще малой. Это синий еж, и слишком он хорош. Бежит быстрее звука, не знает слова скука. Бежит быстро, как комета, и в этом весь он. Летит этот мир спасать, и бороться он с злом. Их было трое. Knuckles, Sonic, Tails. Как тебе такой же Eggman? Мир-то он спасает, он не проиграет, потому что быстрый,
и он это знает. Соник летает, врагов догоняет. Соник не убегает, Соник выбегает. Соник, он непобедим, он всегда номер один. Он для всех людей герой, и он борется со злом. Его скорость — это дар его, и с ним-то он крутой. Его никто не догонит, а ведь он еще малой. Его скорость — это дар его, и с ним-то он крутой. Его никто не догонит, а ведь он еще малой.